А меня спрашивали, а где же ежа мать? А вот она, ежа мать, говорит, давай орехи. Только она сейчас, блядь, не выкармливает, все уже, закончился. Трудный период закончился. Ух, дай я тебя поглажу. Солнце, солнце. Ну да, где-то неделю ее не было, может даже больше не было ее. Не выпускной, наверное, был. Мельчат большую жизнь выпускала. Говорят, у белок может быть и три помета за год. Но что-то я сомневаюсь. Я видел, кстати, недавно бельчонка мне показывали. Жалко, я не снял его. Совсем маленький, буквально. Недавно родился. Ну, такие бельчата, мне кажется, они в дикой природе не выживут. Они просто не успеют к морозам окрепнуть. Погибнут. А говорят, если хорошо питаются, то и третий выводок может быть. Что-то я, ну, я не видел здесь беременных белок сейчас, если честно. И месяц назад не видел. И 2 месяца тоже не видел. Мне кажется, третьего выводка не будет здесь. Я имею в виду среди моих белок, которые не голодают. А значит, и в парке в целом тоже не будет никаких третьих выводков. Я же мать, я же мать. Давай орехи, я же мать. Солнце. Солнышко. Покажи себя. Злодейка какая, а? Кстати, я купил, меня просили проверить, будут они сушеные грибы есть или не будут. Я специально купил сушеные белые грибы. Что-то они как-то равнодушны к ним. Она сейчас сидит на них. Я бы сейчас ей тоже дал бы. Интересно. А как ты к орешкам относишься? Смотри, какой орешек лежит. А никак, говорит, не отношусь. Какая гадость это все. Какая гадость. Эти ваши грецкие орехи. Сейчас белка поела, и надо быть очень осторожным, иначе любое движение, она убежит просто, и все. Ну-ка, дай-ка я тебя поглажу. Какая ты хорошая. Все. Ну, она пить пошла сейчас. Вот так вот. Орех не стал брать. Это гадость, говорит.